Всем привет! Вы на канале Папа, Мама, мы из простой семьи. Сегодня 29 июля. Мы решили снять обзорчик наших арбузов. Вот наши арбузы. Взял рулеточку, чтобы было видно. Короче, в диаметре они где-то 13 сантиметров. Вот один арбузик. Вот этот длиной 14 сантиметров, чуть-чуть другой, второй арбузик. Это длинноватый арбуз, это бочка меда, по-моему, если не ошибаюсь. Вот у нас еще один арбузик, который видно. Этот 16 сантиметров, а в диаметре где-то 13. Вот. Вот еще тут есть арбузики. Их немного завязалось. Что они были в траве у мамы, тут мы сильно не это. Вот, еще получается. Тоже 13 сантиметров. Так, где у нас еще арбуз есть? Ай. Сейчас. Вот арбузы, короче. Так, здесь где-то тоже были арбузы посажены. Или дыни. Но здесь все заросло, что-то ничего не видать. Так, вот. Такие вот у нас арбузы, дыни. Ну да, вот получается тут 4. Раз, два. Арбузов завязалось. Вот этот третий, вон там четвертый. И еще где-то маленький арбуз есть. Вот тут здесь у нас 4 арбуза всего лишь. Может быть больше, но пока мы не видим. Завтра утром отсниму еще свои арбузы. Вот. Это были арбузы у нашей мамы росли. А это вот арбузы, которые у нас во дворе растут. И те мы сами сажали их с рассады. Рассада была очень маленькая, в принципе. Что-то даже сажали здесь семенами. Ну, сейчас посмотрим, какие у нас здесь арбузы. Получается, вот такой вот у меня метр есть. Примерно этот в диаметре где-то 12 сантиметров арбузик. Вот этот арбузик у нас что-то засыхать начал, не знаю, вот у него в диаметре он 9 сантиметров, но что-то плеть начала засыхать. Вот тут еще есть такие маленькие арбузики, вот. Этот примерно 7 сантиметров, вот есть арбузик такой побольше, это где-то 14 сантиметров в диаметре. Ну, где-то 13-14 сантиметров в диаметре. Сейчас пойдем посмотрим, который у нас побольше арбуз. Вот. Вот наш арбузик. Такой хорошенький. Он почти 15 сантиметров. Так, подальше. Короче, почти 14 сантиметров в диаметре этот арбуз. Тут рядышком еще один такой, более вытянутый. Ну вот, можно видеть еще один арбуз поменьше. А вот этот арбуз один из первых завязался. Ну, он почему-то маленький, вот стоит на одном месте и все. Не знаю, что с ним не так. Вот еще один арбуз, этот побольше. Этот в диаметре где-то 16-17 сантиметров. Ну, такой уже хорошенький. Вот. Вот еще один арбузик. Тоже где-то 13 сантиметров в диаметре. Такие вот арбузы. Там где-то еще есть их небольшие такие тоже, где-то в кустах. Раздвигать или не хочу шарить, потому что он там начал шарить, и плеть что-то или повредил, или что, он сохнуть начал. И также хочу показать наши дыньки на кусту. Вот особенно вот этот куст, На нем очень много дынь. Вот дынька. Это колхозница. Диаметр где-то сантиметров 11-12. Такая небольшая. Уже желтеть начала.
Ай. Вот дынька. На этом кусту я насчитывал, по-моему, 6 дынь здесь. Вот на этом кусту. Потом сейчас перейду. Вот на этом кусту эфиопка. У нас вот дынька. Там где-то еще, по-моему, было. Одна или две небольшие. О, арбуз какой. Ничего себе, не заметил. О, бочка меда какой. В длину почти 20 сантиметров. А в ширину почти 15. Ну, нормальный арбуз такой вырос. Вот. Вон там он. Арбузик тоже лежит. Вижу, прячется. Тут где-то в лопухах тоже где-то был. Вот еще арбузик один. Вон он. Прячется. Так, видно, не видно? Не могу сообразить. Вон он, да, арбузик. Ну, короче, арбузы у нас вроде бы растут. Посмотрим, что вырастет. Дальше. Первый арбуз будем снимать. Обзор обязательно снимем. Первую дыньку, первый арбузик. Вот такой вот у нас маленькая бахча наша. Если вам понравилось наше видео, обзор наших арбузов, ставьте палец вверх и подписывайтесь, смотрите наше видео. Всем пока!